2 мая 17 год, Харьков, Московский проспект, мост. В 1954 году открыт, по-моему, по крайней мере установлен этот памятник, символизирующий дружбу украинского и русского народа. В 17 году это, конечно, смотрится несколько иначе. Но этот мост примечателен еще чем? С одного края этого моста стоит этот памятник, символизирующий дружбу украинского и русского народа. А с другой стороны... есть не менее примечательный символический памятник. Это гетьман Сагайдачный. Примечателен даже не столько этот памятник, сколько его судьба. Этот памятник стоял в городе Севастополе, в украинском Крыму. Но после аннексии Российской Федерации памятник в знак дружбы, с которой Украина и Россия стоит за моей спиной, в 2014 году, после аннексии Крыма Российской Федерации, его переместили сюда. Меня, конечно, убьют за такое, не, так делать нельзя. Ну, снимем отсюда. Очень символично. Что мост в начале Московского проспекта соединяет две эпохи. Эпоху дружбы украинского и российского народа и то, чем она закончилась. 1570-1622. Петро Сагайдачный. То есть начало моста. Символизирует события 350-летней давности, когда Богдан Хмельницкий передал украинские земли, украинские и украинцев самих по себе под защиту российского царя, русский украинец братья навек, и памятник в 2014 году перенесенный из Севастополя в Харьков после аннексии Российской Федерации Крымского полуострова. Второе мая, 17-й год, Харьков.